Добрый день, друзья! Сегодня 13 июня 2010 года. Проходит фестиваль индейцев. Он называется Пау-Вау. Чтобы попасть на остров Джорджи Исланд, нужно сесть на паром. Сегодня я в первый раз в этом месте, поэтому надеюсь, что я смогу показать в общих чертах, что такое индейский праздник Пау-Вау. Добро пожаловать на Джорджи Исланд! В этом месте будет проходить фестиваль Пау-Вау. Красотища неописуемая. Сейчас тишина, но скоро мы услышим удары барабанов и танцы настоящих индейцев. Современный Пау-Вау – это специфическое мероприятие, на котором индейцы собираются танцевать, петь, общаться, обсуждать нейтив культуру. Пау-Вау обычно организуется из небольших кругов. Центральный круг – танцевальная площадка, рядом с которой находятся столы, барабанщики и сидячие места для танцоров и семей. Рядом находятся круги для корреспондентов и зрителей, рядом с которыми находятся лавки, в которых можно купить еды, сделать татуировку, купить диски с музыкой, украшения, сувениры, кожаные изделия и прочее. В устройстве лагеря в центре вокруг этого стола и происходят все танцы, сопровождающиеся ритмическими песнями. Spinning their step and look good doing it. How about another round of applause for our head dancers in the arena? We're going to lead off this next intertribal song brought to us by Big Train from Six Court Nations New Credit. Big Train, the intertribal is yours.
существуют общие и специальные танцы. Танцы охотников, женские. Для танцев надеваются парадные одежды. Лица, танцы, как и всякое действие. Конечно же, обилие перьев. Можно встретить вот такие вот крылья за спиной танцоров. Это подражание птицам индейцев означает уважение, выражение, уважение к природе. И отцу небу в частности. Пригнувшись к земле и ритмично потрясает в танце обилием перьям в своем наряде. Они невероятно похожи на птиц. На пау-вау может быть множество барабанов. Но на главном пау-вау есть главный барабан, который пользуется наибольшим авторитетом. По традиции на барабанах играют только мужчины. К барабану относятся как к уважаемой персоне. Yeah.